Ребята, всем привет! На связи Ейский Ситизен. И у меня небольшие изменения в жизни и во всем. И как вы заметили по дисклеймеру на канале в начале, все начинает меняться. Меняться критическим образом. И несмотря на это, у нас прекрасное настроение. По названию видеоролика, наверное, поняли, о чем пойдет речь. И на самом деле я буду потихонечку в каждом ролике подводить к какой-то истине, к чему-то такому более позитивному, чем рассказывать про то, что произошло, и про какие-то вещи, которые, возможно, с течением времени сильно изменятся в осознании, в понимании и в принятии того, что есть, и этого никак не изменить, что бы ты ни делал. Поэтому будем на позитивчике и рассказывать про какие-нибудь такие вещи, которые впоследствии помогут всем разобраться в ситуации и следовать моему правилу, моим действиям, которые я сейчас буду производить, дабы не попасть ни в какую моральную глубокую яму, не дай бог, с какими-нибудь последствиями для здоровья и так далее. Будем, как говорится, выплывать, и все будет замечательно. У меня есть несколько способов для того, чтобы реализовать данный вопрос в короткие сроки, с минимальными потерями и с хорошим настроением, просто с хорошим настроением, ребята. Сегодня у нас жара. 27 или 28 градусов. В предыдущие дни стояло 35, жара 38. На солнце очень жарко было. И вот сегодня немножечко такой прохладненький, приятный ветерок. Несмотря на это, народу приехало очень много в город, купаются, все отдыхают. Но на жаре придется записывать кусочками, резать, монтировать потом для того, чтобы вы посмотрели этот ролик. И дали свою оценку, написали какие-то комментарии и применили мои методики к своей жизни. Я буду вам рассказывать такие вещи, которые на самом деле, скорее всего, из моих зрителей очень много знает и, соответственно, уже применяет в своей жизни. Но какие-то вещи, возможно, не впустились в вас, и вы их не используете. Вы послушайте, возможно, меня кто-то не поймет. И, соответственно, пересмотрите моменты, все видео. И самый ключевой момент, который бы я хотел отметить в ролике, почему я вам это рассказываю, почему я этот ролик назвал именно так, он будет в конце ролика. Повторюсь, сегодня 22 июня, и, кстати, сегодня день памяти и скорби по началу войны Великой Отечественной. Не знаю, раньше я не слышал про этот день. Видимо, не интересовался этими темами достаточно глубоко, но сейчас у меня раскрылись чакры, так скажем, и какая-то появилась небольшая, но она есть уже, духовность по этому поводу, и мне интересно стало все. Понятно, что, возможно, где-то я не буду участвовать в каких-то мероприятиях, да, но постараюсь акцентировать свою жизнь все-таки на окружении изнутри, наружу. Итак, если вы не погружались в знания психосоматики, психологии и эзотерические знания духовности и различных ментальных наук, то у вас, скорее всего, нет восприятия на чистом уровне, как все это происходит. И, соответственно, я бы хотел вам рассказать о 5 буквах «С», которые сейчас для меня существуют, и с помощью которых я выбираюсь из ямы. И я даже скажу, это не яма. Ну, давно уже из нее, наверное, вышел, просто она есть. Я ее принимаю, и, соответственно, с этим тоже надо работать, дабы настроить свою жизнь в то русло, которое каждый человек хочет спроецировать и развиться в каком-то направлении. Поэтому так, мне надо притормозить немножечко и пойти более спокойным шагом, чтобы мысли ровненько ложились, и вы понимали, о чем идет речь.
Ребят, у меня не профессиональные ролики, но ту информацию, которую я буду рассказывать, она на поверхности, и ее, в принципе, достаточно слушать. Можете включить на фоне, прослушать все это дело, и уже реакция, которая у вас последует, возможно, вам поможет в жизни. Итак, начнем с этих пяти S. Первая буква S в моей методике – это солнце. Первым делом солнце. Почему? Солнце – это окружающий мир. Солнце – это энергия. Солнце – это то, что нам дает с вами настроение, заряд позитивной энергии. Не зря взять уж там северные народы и народы южного региона. Они сильно ментально отличаются. Если на севере суровость, то южный народ постоянно улыбается, жизнерадостный и с позитивным настроем. Вот это оно, потому что постоянная энергия солнца вас подпитывает каждый день. Кроме того, что в нашей территориальной принадлежности, в Российской Федерации и так далее, все вот эти регионы, которые находятся на одной, так сказать, линии и широте, долготе, да, долготе, имеют недостаток витамина D, который мы получаем непосредственно от солнца. А витамин D – это один из ключевых факторов выработки различных гормонов в нашем организме, в том числе дофамин. Дофамин – это тот гормон, от которого многие люди получают удовольствие. Удовольствие от жизни, от того, что происходит вокруг, и ваше паническое состояние, все вот эти аспекты, они просто сами собой уходят. Придем к тому, что любые ситуации, которые требуют расставания, расстояния и переживания, они вызывают у вас крайне негативные эмоции, которые прекращают выработку этого дофамина, поэтому солнце – это один из факторов для того, чтобы принять и поднять этот витамин. Ну и, соответственно, процессы дальнейшие, которые у вас будут происходить на фоне правильного питания и образа жизни, приведет вас к хорошему ментальному состоянию. Это уже будет полдела, которое необходимо сделать. Переехать в регион с солнцем, найти солнце в вашем регионе, бывать чаще на солнце. Возможно, кто-то будет пользоваться солярием, да, если у него нет возможности уехать из того места, где он живет, или финансовые возможности, или физические возможности, все что угодно. Но, ребят, это работает, это классно, классно работает. Вот я год находясь, даже полтора уже года находясь под солнцем, кайфую, радуюсь. И если бы, допустим, находился в такой же, вернее, в аналогичной ситуации где-то в другом регионе, где постоянно пасмурно, постоянно вот эта непогода, люди, куча народу, вот, которые просто негативно вокруг тебя настроены, эта энергетика, она еще больше давит. Поэтому очень много суицидальных наклонностей у людей, и люди не умеют справляться с болячками и с различными ситуациями. Вот. Я для себя выбор сделал. Сделал выбор для себя в 2022 году и планомерно к нему пришел, что позволяет мне находиться в прекрасном настроении, несмотря на все. Далее. Ребята, далее это спорт. Спорт – это вторая буква S в этой мотивации стать лучше, в этой ситуации быть и настроить свое тело на позитивный лад. Никто, как спорт, дает вам огромный заряд дофамина, эндорфина и других наркотических гормонов, которые просто вас смотивируют жить дальше, существовать на этой планете, получать удовольствие от любых ситуаций и кайфовать по жизни. Мало того, что с этим вы приобретете красивое тело, здоровые органы и будете жить и довольствоваться каждым моментом, в том числе это будет продуцироваться и солнцем, то есть вы на солнце можете заниматься спортом, и в вашем организме все больше и больше будет вырабатываться тестостерона, если вы мужик с нормальной такой, с нормальным стержнем, поняли, да, про что я? Либо если вы женщина, тоже у вас гормоны придут в норму, и вы будете чувствовать себя на позитивчике. И
в вашей жизни очень много изменится. Вы просто, когда не бывали в этой ситуации, не занимались спортом или вели какой-то оседлый образ жизни, малоподвижный, поймете, что с каждым днем у вас энергетика самого организма, ну, то есть вы будете просто накачаны постоянно. Не в плане мышечной массы, да, а в плане энергетики. У вас будет, ну, у кого-то и мышечная масса, естественно. Ну, конечно же, я не советую вам там пользоваться дополнительными препаратами для того, чтобы сделать это быстро и так далее. Потому что откат, он последует за собой, и вы, соответственно, разочаруетесь впоследствии. Вот, поэтому живите спокойненько, занимайтесь спортом, начните ходьбы, с ходьбы. Вот я ходьбой занимаюсь, жалею свои ноги и, соответственно, понимаю, что я таким образом могу 2-3 часа ходить и не уставать. Люди, которые бегают, они уже через 20-30 минут уже убиваются. Ну, понятно, марафонцы – это отдельный вариант. И следующий момент – это тяжелые нагрузки, силовые нагрузки спортивные. Это, конечно, еще больше усиливает ваш дофамин. Эффект от него. С каждым разом ваш баланс в виде энергии, он растет и растет и растет. Сначала вы его тратите, организм это запоминает, потом вы начинаете наращивать его, восстанавливаться правильно, и, соответственно, ваш потенциал в этом плане тоже растет. Вот. Про спорт могу рассказывать бесконечно, ребята, без там выдержек, паузы и так далее. Кстати, я буду рассказывать о нем. Это один из ключевых факторов моего канала, поэтому здесь, кстати, очень много уже роликов на канале есть по этому поводу, поэтому прошу на канал подписаться, посмотрите, и новое буду рассказывать новое. Кстати, расскажу также и о медикаментозной форме поддержания себя во время спорта, и эти препараты, они, так сказать, оптичного назначения, самые простые, самые советские, которые были разработаны еще давно-давно, самые дешевые, и они лишь помогают вам немножко просто адаптироваться. Их даже называют адаптогены. Вот. Ну, это я вам расскажу в следующем ролике. Не пропустите, подпишитесь, поставьте лайк этому ролику и поставьте колокольчик, тогда увидите и прочувствуете все на себе. Потом скажете спасибо, ребят. Камера нещадно греется. Придется отдыхать чуть-чуть. Но когда отдыхаешь между маленькими вставочками, мысли приходят в норму. Ребята, третья буква S – это самодисциплина. Самодисциплина – это та вещь, которая должна быть у каждого человека. У нас очень сильно развита, к сожалению, прокрастинация. Это тот случай, когда вы постоянно откладываете то, что хотели на следующий день. Ждете чего-то нового, приходите, у вас мысли такие: сейчас, а потом. И на потом, постоянно откладывая, вы тратите время своей жизни, и это уходит. Вы потом, в тот момент, когда это наступит, а это обязательно не наступит, вы это не сделаете и будете потом жалеть. Пройдут года, вы об этом пожалеете, что в моменте не сделали и не реализовали ни себя, ни свой опыт, ни свои знания. Если у вас самодисциплина существует, вы потихонечку приучаете себя делать каждый день одни и те же задачи, одни и те же вещи, которые вас не просто развивают, они вам дают огромный потенциал. И таким образом вы, не перекладывая все это, делаете в моменте, и у вас еще появляются задачи, и еще, и таким образом жизнь становится интересная. И поверьте, когда вы будете находиться в состоянии аффекта после различных расходов, разводов, у вас это сработает. Вот так вот. Возьмите карандаш, возьмите ручку, все что угодно, бумагу, листочек, компьютер, телефон, голосовые месседжи себе в избранное, в Телеграме, везде, все, где угодно. Пишите свои мысли, пишите свои планы, пишите свои цели самореализации, рисуйте. Но пока вы это не визуализируете, вы себе в цель не поставили. Поставили цель, пошел дальше. И работай над этой целью всегда, по направлению этой цели. Если цель сложная, не ставьте себе цели слишком длительного характера. Если такие существуют, значит, раздробите их на мелкие цели. Как прийти к ней? И все обязательно реализуется. Ребят, когда вы себя самодисциплинируете, у вас будет все. Поверьте, вы не будете расстраиваться по поводу различных проблем в жизни. Они для вас покажутся настолько мизерными и несущественными, что вы будете говорить:
О, да нет, это вообще не проблема. Если я раньше думал, что это проблема, то теперь это не проблема. Вот. Вы будете просто проходить через это вот так вот, и все. Да, вот здесь, кстати, сегодня концерт будет. Сейчас я пойду на тренировочку. И потом на концерте сходим, поснимаем, что там будут петь у нас девчатки из нашего ансамбля, как говорится. Так, ребят, давайте дальше. Успею до спортзала доснять. Еще у нас осталось две самых главных. Ну, не самых главных, они следствие из предыдущих. То есть, если у вас предыдущие три закрыты, три буквы S, значит, у вас есть следующее. Это тема секса. Тема секса – это одна из важных физиологических потребностей организма. И кто бы что ни говорил, человек фригидный или нет, в любом случае есть потребность, которая непосредственно работает. И вместе с этим у вас огромное количество гормонов не только телесного состояния, но и энергетического переплетается вместе и работает, создавая вашу ауру. Вашу мощную позитивную энергию, которая внутри вас будет просто выгонять тот негатив, те эмоции и те недовольства, которые у вас произошли в связи с расставаниями и расстояниями. Я буду это так называть. Любые потери можно пережить, и используя сексуальную энергию. Это одна из самых главных чакр, которая есть в нашем организме, с Пакистана. Она работает у всех абсолютно, просто многие ее не чувствуют, многие ее не знают. Она у некоторых заблокирована. Но есть курсы, есть сексологи, которые вам проработают ее. И вы почувствуете, что с помощью нее можно творить просто чудеса. И, кстати, по поводу секса. Я на примере него закрыл очень многие потребности в плане питания. Вот, допустим, взять сахар. Я через секс выгнал просто сахар. В отдельном ролике я расскажу, как это было, но если, конечно, созрею до этого, потому что тема такая достаточно щепетильная, и не каждый готов об этом говорить, тем более на канале. Не знаю вообще, как эта инфа пройдет или нет, не будет ли она заблокирована на канале. Вот, ну, я постараюсь об этом рассказать. Может быть, с медицинской точки зрения, да, расскажу, как это работает внутри организма, чтобы, то есть, не потреблять сладкое, но за счет секса это работает. Да, не путать секс и онанизм, или мастурбацию, это очень разные вещи, потому что таким образом вы вводите себя, конечно, в состояние постоянного потребления. И да, вы от сладкого откажетесь, но будете все чаще и чаще и больше искать провокационных моментов для самоудовлетворения. И это вас тоже неким образом может разрушить и от ваших отношений оттолкнуть. Вот. Ну, если у вас нет отношений, то, ребят, ищите секс. Либо, как бы говорится, самоудовлетворяйтесь спокойненько и не парьтесь. Вот, пока что не найдете подходящую пару. Вот, ребят, короче, у нас эти темы, конечно, можно раскрыть более глубоко и поговорить о них там подольше, разложить какие-то аспекты, медицинские факты, привести литературу. Это все уже давно доказано, уже разработано. Но вам достаточно совместить все 5 аспектов, и тогда вы уже будете... Просто вы скажете, блин, я вообще не парюсь, все замечательно. Да, кстати, параллельно вы обязательно должны убрать все раздражающие факторы и все, что связывало вас с предыдущим опытом, и просто прожить какое-то время на вот таком вот релаксе и излечении. И, соответственно, когда вы излечитесь, вы уже будете на этот мир смотреть другими глазами и вообще относиться к предыдущим триггерам более свободно, и у вас не будет возникать никаких негативных эмоций. Ну, ребят, самый последний и, наверное, самый главный фактор 5-го S – это сон. Как ни странно, ребят, сон – это часть нашей жизни, и здесь огромное количество времени он занимает. Если вы ведете активный образ жизни, ваш сон будет очень крепкий, не будет состояния бессонницы, вы просто, как говорится, вкл и выкл, и все. И в таком состоянии вы... восстанавливаетесь, проходя через все фазы сна, вы получаете необходимое количество
той же самой энергии, мозг отдыхает, вы расслабляете его, утром встаете бодрый и свежий. Конечно, каждый спит по-разному, после секса спать вообще круто и глубоко, и фазы сна мягче идут, и отдых лучше. Но если кто-то влияет на ваш сон, конечно, это очень плохо, да, то есть, соответственно, у вас есть демотивирующая основа, и если вы будете не восстанавливаться, не досыпать, вы себя начнете разрушать, и это сильно влияет на психику. Опять же, мне многие скажут, что и у меня бессонница, я там расстался, и у меня бессонница по этому поводу. Ребят, поверьте, если вы 4 предыдущих пункта отработаете на все 100%, у вас к вечеру просто ноги отнимутся, голова сама на подушке выключится. И никаких не будет у вас там недосыпов и так далее, переживаний и так далее. Плюс адаптогены. Запомните, переключитесь потом, посмотрите ролик следующий про них, и вы поймете, что с ними у вас пролетит все очень четко и быстро. Буквально там, я не знаю, пару месяцев, и вы переключитесь на новый спектр общения и вообще жизни. Вот. Ну, вот, наверное, все. Вот эти 5 пунктов, которые необходимо выполнять. Кстати, если уж на то пошло, то... Я просто пришел в тонус уже заниматься. Если уж на то пошло, ребят, то они практически все на любом языке называются на S. Не на любом, вернее, на английском. Единственное, что, конечно, так, с искажениями. Допустим, sun – это солнце, sport – это спорт, ну, как бы, самодисциплина – это self-made или, ну, и какие-то иначе слова, да, можно придумать. Допустим, слово секс, он так и есть секс на английском, и, ну, слово сон, ну, по-английски сейчас сказать dream. А если уж можно придумать фразу sleeping, то есть спание, просыпание вот это вот какого-то момента. То есть вы просыпаете вот это вот расстройство просто во сне, ваш мозг раскладывает все по полочкам, что произошло в течение дня. И таким образом у вас просто вот это вот состояние, оно улетучится, оно уйдет. У вас останется только память. Память о моментах, которые были, провели вместе и так далее. Сожаление уйдет, сожаления не будет. Будет только память. Ребят, и вот вам еще один совет дополнительный. Если у вас есть хорошая память, если вы, как говорится, ну, не злопамятный, а просто памятный, хорошо помните моменты, причем положительные моменты, советую вам заняться каким-нибудь изучением иностранных языков, каких-то новых знаний получать, скиллов, развития чего-то, да, займитесь каким-то делом, которое связано с развитием мозга и памяти вашей дополнительно. Вот. А на всем я с вами прощаюсь, увидимся в новом ролике, и ставьте лайки и смотрите следующие 2 минуты, которые сейчас я вставлю в конце ролика, и вы поймете, что произошло у меня, и, собственно, без слов. Жду ваши комментарии, пока-пока, до встречи в новых сериях, ваш Ейский Ситизен, люблю вас, ребята. Где пакет, понимаешь? Маленькая. Это шкаф. Да, видишь шкаф? Домой. Домой. Иди, бабка, садуй. Ты будешь? Я зовут Сава, а это мама. А это мои дети. А это папа. Сава, иди, папа. Пока, папа. Пока, бабушка. Сава, залезай. Все, ребята, отправил я.
Не знаю, какое сегодня число выхода ролика, но по часам у меня 20 июня, и у нас начинается новая жизнь. В этом ролике я расскажу про то, что случилось, про то, что случится, и про все-все-все, и те радости, и то, что ушло, и то, что придет, и про все хорошее, светлое в этом мире. Так что не переключайтесь, смотрите далее. Готовлю контент. Пока что несколько дней. Для вас пройдет одна секунда. А я на связи с вами.